Так, приехали мы сюда. Чекин сделали. Документы уже получены. Пломба получена, еще не загрузился. Поехали, будем грузиться. Поехали. Диана-то есть? Узнаем сейчас. Потихоньку не разгоняемся. Вроде бы вес небольшой, где-то будет 9000 всего. Ну, это как бы пустой. Так, трошки дальше повернем налево. Тут, наверное, до левого, так я догадываюсь. Ух! Ой. Наверное, так. Где-то там Дорван. Это Дорван. Ага, вот значок Шиппинг. Там. Ну ладно, сейчас подъедем. Вот там, вот, где трак паркуется, вот туда мне. Ну, надо ждать, когда он выйдет туда. Поеду, стану, там одна дверь всего. Ну, ждем. Встал на двери. Вот такое вот тут. Одни лужи, ямы. А тут еле застрял в этой грязюке. Ну, в общем, площадки нету, где развернуться. Там какие-то машины стоят. Ну, в общем, все, ребята. А вы думаете, как? Америка. Ну да. Вот такая вот она и есть. Обычная. Не знаю, что за предприятие. И что мне грузит. Ну, какой-то... Ставим эту артель. Выезжаем с этой грязи. Покатились. То ли химия, то ли вообще что они делают. Какие-то бочки. Что-то дымит у них тут. Continue one half mile to the end of the street, then turn right. Ну да. Так, 196 миль до заправки. Заправлюсь, потом посмотрю, что я там еще сегодня смогу сделать. GSP, bye.
час ограничения. Ну, примерно так и едем. Стоп, соблюсти. Turn right onto Bonnie Brook Road, then turn right onto US 422 West. Turn right on Bonnie Brook Road, then take the first right. Ну да, никого слева нет, справа нет. Поехали. Turn right at the traffic light. Подожди, надо доехать еще. Turn right onto US 422 West. Ага. Что-то ты на красный повернул. Вот так вот. Ну все, погнали. Симпатично, конечно, домики сделаны, но как тут жить от этого? Прямо на дороге. Дворов нет, дом в дом, стенка к стенке. Слышно. Подожди, дай доехать сюда. Вообще не вписаться, не... Я вообще не знаю, тут трака можно. Ну, навигатор ведет, вроде говорит, можно. О, какая церковь красивая, симпатичная. Так, на горку выехать. Костел какой-то. Тут крепость, блин, красота. Старые.
как-то так. Нам на 356-ю. Вот там, где трак поехал. Да. Да. Здание, конечно, старое-престарое. Но часы идут правильно. Вот такой вот батлер. Красивое какое здание. Давай, 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 давай. Вот такое вот тут. Но флаг есть, мы в Америке. 356-я налево, а нам направо. О, парень вворачивается. Тоже непросто. Молодец, въехал. Катились. Обгоняют, и так глянул, никого днем на какую-то там 228-ю, вот как этот показывает, а то этот ведет вообще херный, сори, по той же дороге, что я ехал, там опять через туннель долбанный. Сейчас попробуем проселками проехать, объехать эту беду, на 79-ю как-то выбраться. Надо поглянуть, нет ли там запрета для траков, а то вляпали. Поселок так, города и нет. Поехали, пока свернул я на эту дорогу. Дорога, конечно, плохая. Покрученная, ограничение 45. Да еще и побитая. Сейчас я доеду до 79-го фривея. Ну и поверну уже на запад. Пока так. Планы такие, как будет, неизвестно.
едем. Очередной населенный пункт такой, какой-то, не знаю, название. На карте не видно. Ждем, пока позеленеет. Студенты учатся ездить тут. Гранберри. Сейчас повернем на 79-ю. А что она ведет меня на 76-ю, на платную? Вот непонятно. Что за бред, если 79-я ближе он? Он мне чушь какая-то. Не, говорит, свернуть на 19-ю. Зачем на нее сворачивать? Я сразу встану на 79-ю, да и все. Блин, это вообще. Ну вот и добрались до 79-й. Все окей. Сейчас по ней до 70-ки. И на запад. Continue on I-79. Что-то тут случилось, блин. Машина загорелась, что ли? Какая-то хрень. Сразу трафик. А, тушат. Потушили, блин. Сгорело полностью, блин.
уже по этой дороге ехали. Мы по ней ехали сюда. Теперь мы едем по ней обратно. Через 12 миль 70-ка, ну и все. И так далее в обратную сторону. До развилки. Вот это вот надо вот так вот. Что делаем? Нихалы ему. Пока.